Ну, сейчас в Москву. Там вспыхнул пожар в здании цветочного склада. Жертвами стали 6 человек. Еще один получил тяжелые ранения, сообщили в экстренных службах. Огонь охватил площадь 3 вокзалов. Это 2500 квадратных метров. По данным следствия, возможной причиной возгорания стало ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, здоровья потребителей. К данному часу пожар удалось локализовать. МЧС использовала пожарный поезд. По данному факту начато уголовное дело.